Это против 1-0-0-0-0-0. Ну и карта Train вообще стала откровением. То есть 100% пик Na'Vi. Парни были уверены.
Так, итак, папашки, всем привет, кто подошел. Начинаем игру. Напишите в чате, как видно, слышно. Все ли ок? Так, пока соперник настраивает настройки. Так, итак, папашки, всем привет, кто подошел. Начинаем игру. Напишите в чате, как видно, слышно. Ок. Скоро тут настраивает настройки. Итак, папашки, всем привет, кто подошел. Начинаем игру. Все, мы начинаем. Скоро тут настраивает настройки. Все, мы начинаем. Так, ну, насыпала нам более-менее, гогов накидала. Герой с логистикой, мясо. Все ок. Так, ну, так. Насыпало нам более-менее, гогов накидало. Герой, как слышно меня? Все ок. Что-то никто не написал. Может быть, меня вообще не слышно? Так-то, если. Хотя тут так, какие-то есть... Как слышно меня? Шевеление? О! Блин, запустился. Надо никто закрыть. Не написал. Слышно нормально. Все good. Go, go, go. Отлично. Так, ну как я вижу, старт неплохой. Фонит только. Ну блин, вроде нормально должно быть. Должно быть вроде хорошо. Так, вроде настроили что-то там. Так. Так, ртуть есть. Конца есть. Скилл матча по замкам. Да нормально, чё, мне нравится играть. У меня, видишь, у меня на любом в любом матчапе у меня на любом шаблоне я в жопе. Мягко говоря, поэтому тут уж на чё есть. На чё есть, на то и играем. Нравится, когда калк заходит с тремя стеками. Dark 30. Dark нет, это другой игрок. У него на форуме такой же ник Dark 30. Тот просто Dark, который был Dark Hell, а это именно Dark 30. Это другой совсем игрок. Младший Dark. Ну да, играет он, конечно, послабее, но в любом случае при такой расстановке замков может сыграть любой игрок хорошо. Ну, на самом деле, синий и красный на джебе, я считаю, что не сильно различаются. Они потому что равномерно генерятся, поэтому здесь.
Ну, чему? Что синий. Вот здесь нет преимущества. Обычно у красного преимущество в дорогах, ну а тут на джебе какие-то дороги у всех одинаковые. Поэтому плюсов я особо не усмотрел. Более того, синий цвет, он как бы удобнее. Что здесь второе слово на рестартах, это хорошо. Плюс это очень удобно, когда ты вышел, засел в замок, построил гильдию, у тебя сразу мана пополнилась. Если ты красным сел в замок, построил гильдию, тебя напали и убили. Без маны. Музыку в игре отключил бы. Слишком громко или просто она раздражает? Давайте отключим. Она у меня была отключена, значит решил включить. Музыку я не слушаю на стримах. В принципе, я ее вообще редко слушаю. Тем не менее. Хоть какая-то. Пусть будет. Ну, на самом деле, музыка, конечно, в героях неплохая, но через какое-то время она начинает в уныние вгонять. Есть ли смысл отстраивать? Ну, а чем еще воевать? Конечно, есть смысл отстраивать. Их нужно, в любом случае, фритов надо строить. Тут как ни крути, фриты будут, должны играть. У нас на первой неделе сил далеко не хватает на все это. Если, допустим, некр может за счет как-то старт за некромантии раскручиваться, данж там за счет порталов, а инферно-то что-то как-то надо тоже настроить. Ну, нам нужна армия, чтобы начать за что-то зацепляться, то есть за что-то зацепиться, за какие-то ульи, да, за концы. Привет всем папашки, кто подтягивается. Значит, мы тут играем Джебус против Дарк 30. Он играет за Рампорт. Мы, как обычно, за Инферно. В прошлый раз, в прошлых любимчиках я проводил опрос, за кого играть мне, и почему-то все проголосовали за Инферно. Большинство голосов, там много людей проголосовало, и мне выпало за Инферно играть. Но в этом году я решил повторить. Текст из уток ангелов выходит, а не софритов. Все верно, но нам надо что-то зацепиться и как-то начать брать объекты. Чтобы у нас появились утки-ангелы, нам надо хотя бы с чего-то начать. То есть взять как первую консу, первую улик и прочее. Без эфритов очень сложно. Плюс эфриты хороший разгон. Иногда полезны своей способностью игнорировать огонь, может быть. А книги огня и прочее не такая редкость. То есть стек ангелов, конечно, это хорошо, его можно, но его надо как-то это еще и получить. Усиков не хватит на мини-улик. Ну, а мини-улик, а макси-улик? Мы же не будем ходить искать мини-улик. Ну, а с другой стороны, на Джебусе денег завались, что мешает отстраивать-то? Тут их как бы и так девать некуда. Интересно обычно получается, если удается дьявола с нычкой построить. Это очень затратно, конечно, получается, но дьяволы, причем дьяволы слабее ангелов бьют. Их, поэтому на ГО их можно оставить. Кстати, Ром, ты здесь? Хотел тебе Ваську написать что-то, это ты красным там горел. Не убежал еще? Так, Лишар здесь. Тут, смотри, я открыл номинацию за вклад развития геройского движения. Ты там под этого и подсуетись, открой игрок года. Если у тебя есть такая возможность, время. Так, поехали. Оппонент рестарт не берет.
То есть есть возможность сейчас вообще без рестов заиграть. Это мне всегда нравится заигрывать без рестартов, потому что время, конечно, колоссально экономится. Так, ртуть, золото, и не хватает. И возьмем, наверное, тогда... О, нычка демонов. Нычка демонов охраняется гарпиями. Гарпии можно убить. Но не на этот ход. Нам идеально... Сегодня, завтра или воскресенье. Ну, ты вообще красавчик, конечно. Ну, сделай, Рун. Если не можешь, давай кого-нибудь этого другого найдем. Хотя, в принципе, там что делать? По сути, тему открыть, потом через неделю там опрос впилить. Ошибка много. Ума не надо. Что мне герои из башен заходят, я не понимаю, надо было что, гильдию, что ли, построить на первый день? Шрайн. Огненная стена. Есть мнение, что нам это подойдет. Ух ты, ёпарасоте. Тут, правда, блок небольшой из вампиров, который можно обойти. Но, тем не менее, входить в блоки не самое приятное дело. Они дошли. Здесь так сюда. Надо еще разведчиков запустить. Папка Уфритин, как можно про него забыть. Две конца это поворот. Да, согласен, две конца это намного лучше, чем ноль. Ребят, мне определенно нравится этот расклад. Хотя тут немножечко все переблочено, но проходы есть. Денег нормально. Дороги есть. Нычки Пандоры есть. Пробивать чем есть. Я думаю, мы можем даже, кстати, с гарпий и начать. По сути, грейданем гогов. Так, героев-то топовых нам пока не заводят. Ну ладно. Потом переживем. Пир я хочу максимально по дорожке рвануть. Улик. Там ГО должно быть в этом направлении. Поэтому предлагаю сразу сюда и... Так. Слушайте, ну у нас что-то прям и ГО хорошее, и артефакты завезли, и концы, и улики. Нычка даже есть. Ну, мне определенно этот расклад нравится, мы его будем, конечно же, играть. Поэтому... Сейчас мы еще концу проверим. С чего начать? Начнем мы обязательно с минимальной концы, конечно. Так, вторую пока неизвестно, но нет прохода, наверное, нет. Надо героя еще сюда запустить. Последнего. Или даже не так. Или можно... Только не знаю, что лучше сделать. То есть у этих скорость 9, да? 9 у наших гогов будет под калхом. Под калхом гогов. 7-8. Мейна еще найти бы. Ну, слушай, если калху нормально завезут с магией, то нам особо другие герои не нужны. У нас все и так будет хорошо. Калх меня как мейн вообще устраивает. Меня вот тут артефакты устраивают. Так. Будем ли мы сразу сходу врываться сюда, ломать пацанов. Сколько у нас гогов? У нас гогов 12 плюс 8, 20 гогов. При том, что зашло 3 стека, это не так много на самом деле гогов, да?
А гарпий тут, скорее всего, прилично. То есть, их, скорее всего, 40-49. То есть, мы можем просто залить всю нашу стартовую армию благополучно и сдаться. Поэтому мы, наверное, туда не пойдем сейчас кидаться. Нам, наверное, куда-то важнее прорваться. Где-то что-то пробить. Может быть. Ну, не знаю пока. Сложно мне сказать. Оценить сейчас. Так. Здесь некуда. А идти-то, собственно, так-то и не особо, что сказать. Сказал бы, что есть куда. То есть сюда это. Ну, отсюда героя направить. Да более-менее все ясно будет. Так, Сорша или Сирена? Сорша. Ну, Сорша быстрее потенциально. Ага. Так, только что-то мы это... По деньгам немножко я не рассчитал. Не рассчитал по бабкам. Я хотел гильдию купить. Так, нычка питлордов. Но охрана тоже сложная. Охрана еще здесь. Угу. Гоги. Можно, кстати, выйти отсюда попытаться, да? Ага. Так. Попробуем. Куда-то отправим Калха изначально. Куда его можно отправить? Можно отправить купить ему знания, но это плохо. Можно встать и разогнаться перед ними. И на следующий ход их попытаться пробить. Грифов рояльных. Но их там не должно быть много, не должно быть тут их 40, точно не должно быть. Поэтому здесь их, наверное, 20 там с небольшим. Этот брелок очень полезный, поэтому я все-таки склонюсь к тому, чтобы вот так вот сделать. И вот так вот на разгончик. И поставим демонов. Демонов поставим. Кстати, что у нас по героям? Мы опережаем по героям, мы опережаем по скорости. Ставим демонов. Следующим ходом можем поставить и китов. Но я бы, наверное, все-таки старался... Так, все, пропускаем. Я бы все-таки старался больше быстрых эфритов. Почему? Потому что эфриты — это все-таки сила. Это мобильность, это скорость. Скорее всего, надо было, конечно, на первый ход строить гильдию. Во-первых, посмотреть, что там за заклинания. Возможно, и книжку кому-то прикупить. Магам, которых сдало много, проучить магию лишний раз. Сейчас на второй ход у нас все пойдет еще лучше. То есть мы все это соберем. Здесь мы разведаем. Но вампиров бить, конечно, не будем. Бухаблер пришел. Красавчик. Ты правильно ты что закрыл стрим халата и заходи сюда. Папашки тут играют за Инферно. А за Галтрана любой может. А вот за Инферно попробуй. С этой, кстати, медалькой пойдет дела вообще шикарно, потому что она прям тащит. Да он, наверное, все стримы смотрит параллельно, ему же делать нечего. Он не учится, не работает. Сессию завалил. У него Гризи модер. Гризи тоже не очень. Или Гризи Изи. Про
Проверим тут, может. Кто завалил? Только не видишь, ты все автоматы получил. И сейчас сидишь спокойно там, смотришь стрим и можешь себе позволить. Комп сломался. Ну и что? Какая ты будешь с компа писать, а не с... А с андроида? 17 января, ничего себе, как это. У нас сессия начиналась где-то как раз вот после праздников обычно. Пока вот отдыхаю. Да ты что, устал, что ли? Перетрудился, чтобы отдыхать. Я тебе не верю. Ну, на первой неделе постараемся вот это жахнуть, вот эту концу. Я думаю, у нас это получится. Причем легко. А может быть их две минималки. Перебухал. Бухавлер. У вас там в Питере скоро будет очередной слет. Ну, кстати, как изи с эфритами? На самом-то деле, я вот минималки разбирал, когда не так все изи. Есть над чем подумать здесь. Диаблера на слет не берем, а почему? Тут, там только 18+. Мал. А плееры берете, а чё, плеер что ли намного старше? Папашки. Я думаю, надо приехать в Питер вон в 20-х числах на слет и зависнуть там до СНГ. Мне кажется, это будет самое оно. Чтобы одним выстрелом так всех поубивать. И деньги на билеты сэкономить. Умеет пить. Диаблеру тоже умеет. Он тренировался все праздники. Кстати, пушку. Вот насчет пушки, я что-то... Да, надо ее как-то, может быть, вернуть, попробовать. Вот ее бы все-таки хотелось видеть в этом бою. Привет, Сладыш. Заходи в гости. Вот пушечку бы прям мне вот здесь в бою с грифонами бы очень пригодилось. Таганаш проснулся. Играть предлагает.
вчера мог играть полноценно, у меня было, ну, свободное довольно-таки время. А все мои соперники по турниру начали играть между собой. И прикол в том, что я даже это такой думаю, ну и они специально хотят, чтобы Кобра меня исключил из турнира. Ладыши такие конкретные. Сдача, да, мне тоже не особо, конечно. Ну а приходится играть то, что сдали. Так. Родная вторичка инферничка, но мы ее не захватим. Бабло есть. Ну, можно как-то по цепочке ее будет тут крутануть. В принципе, не помешает. Однозначно. Так, ГО там есть какое-то еще, кроме коней? Вроде нет. Будем ли мы заморачиваться и передавать назад баллисту? Посмотрим. Ага. Придется еще, видимо, ложка купить. Там очень мувов много. Блин, а как я собрался баллисту передавать? Бред какой-то. Так. Я думаю, все-таки мы заморочимся с баллистой. Так. Деньги пока есть. А здесь мы сделаем, чекнем к концу, наверное, ложком. Я, конечно, понимаю, что на 1-1-2 как-то жирновато в консе ложков сливать. Но тем не менее. Давай вот так сделаем. Тут двоечка с ГСом, да, можно и не чекать. Один фиг, надо будет уволить кого-то. Концы прям как удачно легли. Так. Кира, Халон. Давай тебя, наверное, тогда уволим. Так. Шкалером, отлично. Построим питоп. Мясо нужно сейчас. Так. Мяса не хватило. Денег не хватило, конечно. Так. Пробежаться, может, чуточек. Найдем что. Кроме хижин провидца, вряд ли что-то здесь найдем.